Не самые удачные трюфельные конфеты из Испании. Вес 100 грамм, упаковка картон, потом фольга. Настоящего шоколада в них нет, но это стандартно для подобного десерта. Внешне они напоминают кукол, чуть вытянутый, темно-коричневого цвета с покрытием какао. При этом вкус слегка слаще, чем ожидалось, и аромат кофе заявленный будет ощущаться больше в запахе, чем в чем-то другом. Структура очень нежная, то есть резать их не нужно. Вкусно и приятно будет, а также сытно. Количество очень маленькое. Спасибо, в общем-то, всем за внимание. Ждите новые обзоры, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, как пожелаете. И, конечно, жду и ваших отзывов тоже. Спасибо за внимание.